родители, он хочет отменить, но ничего не выйдет. Он, конечно, вообще не понимает, что там происходит. Думает, что за дичь? Это что за дичь? В смысле? У него есть папка Кен Пеппа? О чем же он там говорит по телефону? 5 килограмм шампиньонов, 15 килограмм белого гриба я заказывал. Мои запросы. Вы посмотрите, это все его скины. Если вы наберете очень много лайков, прям очень-очень много лайков, то тогда я сниму отдельное видео, в котором я вам покажу весь его аккаунт. Вы посмотрите. Раз, Хармони, два, три... Здорово всем, ребята, Кен Туха на проводе, и прямо сегодня будет самое крутое и самое нереальное видео, потому что я ломанул чужой компьютер, не аккаунт, а полностью весь компьютер. Вы просто посмотрите, ребята, я прямо сейчас могу делать все, что я захочу, то есть я могу зайти в Basic, и я тут вижу, ребята, стримера, посмотрите, он что-то там сидит, занимается своими делами, я могу полностью управлять его компьютером, самое главное, чтобы он меня не спалил. Поэтому, ребята, прямо в эту секунду прожмите лайкусик, обязательно подпишитесь и напишите любой хороший комментарий за вашу любимую рубрику, потому что прямо сегодня я затроллю этого ютубера, а также узнаю, что там у него на компьютере. И, ребята, самое главное, все делать это беспалевно, потому что он прямо сейчас сидит за компьютером, и это капец как стрёмно. Так, ребята, посмотрите, это его аккаунт, это аккаунт очень жесткого трейдера. Посмотрите, сколько у него фуриус кейсов. Вы посмотрите, у него 200к голды на счету, и мы можем делать все, что мы захотим. Самое главное, все это делать беспалевно. Я прям сейчас, ребят, посмотрю на его вебочку. Так, блин, и как я вижу, знаете, вот самое обидное, он сейчас сидит прямо возле компьютера, и если он меня спалит, то тогда это видео не выйдет. Поэтому, ребята, давайте подождем, чтобы немножко отвлекся от компьютера, и после этого посмотрим, что там у него на аккаунте, посмотрим, что у него на компьютере, посмотрим историю браузера и узнаем абсолютно все. Все, ребята, давайте ждать. О, ему позвонили! Ему позвонили! Так, ребята, ему позвонили, он отошел. Все, пушка. Так, все, ребята, давайте посмотрим по-быстрому. У нас есть буквально пару минут. Что там у него вообще на аккаунте? Смотрите, у него есть папка «Не открывать». OBS Studio, ведь он ютубер, Bluestacks, Google Chrome, пароли, учеба. Кен Пеппа! Вы тоже видите эту папку? Вам не показалось? Чего? Так, окей, давайте, ребят, начнем с папки не открывать. Че, у него тут фотографии грибов? У него фотографии грибов, папки не открывать, посмотрите. Блин. Так, ребята, самое главное все это делать так, чтобы он не спалил. Поэтому я время от времени буду посматривать его веб-камеру, что он там делает. Так, о, он говорит по телефону. Идеально, идеально, он ничего не видит. Это максимально идеально. Так, тихонечко, ребят, чтобы, главное, чтобы не спалиться. Тише, тише, он идет. Быстрее, я прячу, все. Меня тут не было. Ребята, самое главное не спалиться. Как же это круто. Так, ребята, он отошел, его вообще нет за компьютером. У него тут гриб масленок. Слушайте, а давайте я прям сейчас поставлю на рабочий экран масленок. А ну-ка. Блин, это гениально. Смотрите, маслята на главном экране. Просто представьте его реакцию. Ребята, посмотрите, у него тут все в грибах. Это какой-то любитель грибов. Блин, посмотрите, сколько у него разных грибов. Я вообще впервые в жизни вижу такого человека. Это что за дичь, что за дичь? Что у него делают грибы? Блин, я боюсь, что он может меня спалить. Так, ребята, окей. Тут у него грибы. Давайте посмотрим, что у него дальше есть. Папка учеба. Папка учеба. А ну-ка. Лабораторная работа. А что там в этой лабораторной работе? Открываем. А там пусто. А, понятно, значит, вот так вот учатся ютуберы, да? В смысле пусто? А, блин, все всем понятно. Поэтому, ребята, если хотите не учиться, то становитесь ютуберами. Но я не советую. Так, давайте прямо сейчас посмотрим, брата, что он там делает по вебке. Так, ребята, все максимально идеально, потому что прямо сейчас я смотрю, он там стоит на углу, и он просто-напросто с кем-то общается по телефону. Все хорошо. Можем дальше наводить суету. Давайте-ка открою папочку Кен Пеппа. Потому что, ребят, тут что-то вообще ничего не понятно. В смысле? Это что за дичь? В смысле? Вы это видите? У него есть папка Кен Пеппа. Это вот так вот. Это что такое? Это что за безобразие? Давайте посмотрим. Чё? Это я! Это я! Это что за Пеппа? Ребята, я не Пеппа!
Ха, блин, смешная аватарка. Стал Пеппа, я просто в шоке. Так, ребята, ну это уже не смешно. Это что за семья Пеп? Так, ребята, я говорю сразу. Если кто-то в комментариях напишет, что я Пеппа, я приду к вам домой и наслак тебя, настру в локте. Ребят, не надо, не надо, имейте вы совесть. Где же бы взять голду? Вы очень часто спрашиваете у меня. Ответ крайне прост. Это булдропчик. Именно на булдропчике, ребята, буквально недавно вышел булпасик, при помощи которого можно получить такой же инвентарь, как у меня, а то и круче. При помощи него можно получить кучу халявных ножей, кучу халявных скинчиков и много-многое другое. А также по моему промику снизу ты получаешь халявную голдишку. Это, братишка, не теряй время, полдропчик тебя ждет. А мы продолжаем. Так, ребят, все, давайте посмотрим, что еще тут есть интересное. Короче, папка Кент Пеппа, я вообще не знаю, как ему в голову пришла идея сделать папку Кент Пеппа. Так, ребят, давайте посмотрим, чтобы он не спалил, что там происходит на вебке и что он там делает. О, он качается, смотрите, он качается, он качается. Ха-ха! Вы посмотрите, качает бицуху. Да ты шо? Вот это, ребята, спортсмен прям самый настоящий, что не есть. Хорошо, так. О, он, походу, включил какую-то музыку. Он, походу, включил какую-то музыку и качается. Так, ребят, окей, давайте мы прям сейчас посмотрим остальные его папки. У него еще есть папка пароли. Это самое интересное. Давайте я прям сейчас зайду и посмотрю. Я не верю, он что, по-настоящему написал пароли сюда? Давайте чекнем. Ой-ой, это надо замазать, это надо замазать на монтаже. Он реально написал все свои пароли. Стендов 2, от Ютуба, от Стима и от кошелька. Вот даже от кошелька. Так, ребята, я это закрою, все-таки мы, ну, говорится, мы не такие уж жесткие троллеры, чтобы прям спалить пароли человека. Так, ребята, давайте прямо сейчас обратно включим вебочку и посмотрим, что он там делает. Смотрите, 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 он тренируется. Он тренируется. Левый, посмотри на этот удар, левый, правый, работает, молодой, посмотрите. Блин, какой же это ор! Блин, он бедного медведя купил и сейчас его бьет. Так, ребята, самое главное, чтобы он ничего не спалил. О, ребята, я придумал, я вебку сделал такую маленькую, и теперь я буду видеть все, что он делает. Давайте просто немножко понаблюдаем, посмотрим, что он будет делать. Блин, он еще, оказывается, и спортсмены, посмотрите на эти поставленные удары. Да ты что? Не, ну сразу видно, парень занимается боксом, наверное, не первый день. Медведя плюшевого лупасит. Не, ну молодец, он хотя бы занимается спортом, в отличие от меня. Ой-ой-ой, так, не-не-не, я уже подумал, будет чем 18+, контент. Так, ребят, а может быть я сейчас... Стоп, не-не-не, я прямо сейчас ничего делать не буду, потому что он потихонечку идет к компьютеру. Он идет к компьютеру! Ой-ой-ой-ой-ой. Так, самое главное, чтобы он сейчас ничего не спалил. Смотри на мою реакцию, когда он видел новый рабочий стол. Ха-ха-ха! Он, конечно, вообще не понимает, что там происходит, думает... Че за дичь? Это Кента ПК суету навел. Блин, ребята, я забыл закрыть папку. Ладно, надеюсь, он ничего не спалит. Давайте посмотрим, что он там будет делать за компьютером прямо сейчас. Так, пьет водички. Ну, конечно, устал. Потренировался молодой. Ребят, смотрите. Смотрите, смотрите. Он открыл видео с грибами. Я не шучу. Он... Блин, он слушает аудиокнигу какую-то про грибы. Инструкция... По применению. Ребята, это какой-то грибник, я вам отвечаю. Мы нашли золотую жилу. Это грибник, посмотрите. Видео, смотри, как он улыбается. Мне аж страшно стало. Включил громкость на максимум, слушает. Блин, ребята. Я ору. Это просто ори какой-то. Посмотри, как он кайфует. Ребята, вы просто посмотрите, он какой-то упоротый, он уже смотрит 12 минут эту скукотень. Когда уже что-то произойдет? Так, ребята. Опа-па. Кажись, ему звонят. Кажись, ему кто-то звонит. Так, ребята, давайте я прямо сейчас включу микрофон его, и мы узнаем, о чем же он там говорит по телефону. Подслушаем. 5 килограмм шампиньонов, 15 килограмм белого гриба я заказывал. Да, деньги это вообще не проблема, главное, чтобы они завтра у меня были, да, это важно, да, я буду потом же делать консервацию, и мне по-любому надо 10 килограмм маслята и 5 килограмм шампиньонов, и еще 15 килограмм белого гриба. Блин, ребята,
Он заказывает грибы! Он какой-то упоротый грибник! Он заказал себе 20 килограмм грибов и говорит, что будет делать из них консервацию! Вот это, конечно, да! Я, конечно, понимаю, что люди странные, но чтоб насколько! Это просто что-то с чем-то! Блин, он заказывает грибы по телефону! Так, ребята, давайте так, пока он прям сейчас сделает заказ, я прямо в эту секунду зайду к нему в компьютер и зайду в эмулятор, и мы прямо сейчас посмотрим, так, побыстро, пока он говорит, его инвентарь! Я вижу, у него в инвентаре очень много фурис кейсов. Откуда у него деньги? Я просто не понимаю. Вы посмотри, как он богатый. Ребят, немножко все подлагивает, потому что я все это делаю через специальную программку, потому что извините, что небольшие лаги, но можно и потерпеть. Вы посмотрите, сколько у него фурис кейсов! Что? У него их, наверное, штук 500. Вы посмотрите, их листа, они не заканчиваются. Так, ребята, знаете что? Пока он там говорит по телефону, заказывает свои вонючие грибы. А давайте-ка мы один фурис кейсичек-то откроем. Так, давайте проверим по вебке. Надеюсь, он занят. А ну-ка. Да-да-да, ребят, идеально. Он заказывает грибы по телефону. Ха-ха-ха-ха. Погнали, откроем прямо сейчас фурис кейсик-то. Еще на выпадет. А прикиньте, керамбит выпадет. Ой, как же все подлагивает. Ребята, самое главное не спалиться. Что он там делает? А ну-ка, проверочка. Да, он говорит по телефону. Идеально, посмотрите. Он говорит по телефону. Ха, знал бы он, что я тут уже сыпью на его аккаунте. Так, ребята, один фурис кейсик мы открыли. Выпал АВМ скретч. И давайте, чтобы не палиться, я просто вот так сделаю. Оп. Все, я не палюсь. В истории обратно ничего не видно. Давайте прямо сейчас по-быстрому посмотрим, какой же у него инвентарь в стендофе. Я вообще не понимаю, как у такого грибника может быть так много дорогих скинов, ребят. Я вообще без понятия, где он на них заработал. О, у него куча это 9 некромансеров. У него куча аркан. Ой, как же много. Куча эмочек самурай. Много танта. Что? У него тычки ретро. Обалдеть. А давайте прямо сейчас посмотрим, что у него-то вообще, ребята, творится на рынке еще. Потому что я знаю, что у него очень дорогой аккаунт. Я поэтому и решил ломануть именно его, потому что у него есть... Вы еще просто не поверите своим глазам, что у него есть. Я вам отвечаю. Вы еще просто будете шагать. Захожу на рыночек. Мои запросы. Вы посмотрите, это все его скины. Так, я захожу найти на рынке. Просто обратите внимание, у него стоит Трикер Голда. Трикер Голда прямо сейчас на продаже. Вы просто представьте, какой же он богатый. Я не понимаю, на чем же он заработал все эти деньги. Обалдеть. Так, ребят, давайте посмотрим, что там делает. А ну-ка, главное, чтобы было не палено. О, нормально сидит на кровати. Сейчас, ребят, пушечка. Прямо сейчас переходим, да, ребят, на тычки Хармони. Вы посмотрите, сколько у него тычков Хармони. Если он может сильно обидеться. Ну что же, мы его жаль, подписчики. И на фоне этого спящего стримера я спрошу только одно. Прожмите лайкосик. Обязательно подпишитесь на мой канал. И напишите любой хороший комментарий. Если вам понравилась эта рубрика, напишите, кого ломануть следующим. Я могу сделать все то же самое, только, например, с ТикТаком. Все, мужики, всех обнял, приподнял. Всем удачки, всем хорошего настроения и всем пока!